Преподавателя математики МГУ и Высшей школы экономики арестовали за педофилию. 46-летний Евгений Золин трудился старшим научным сотрудником Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии. Но в свободное от преподавания царицы наук время познавал анатомию двух девочек 6 и 11 лет. По его словам, с одной он познакомился во дворе собственного дома, а другая приходила в гости к его маленькому сыну. По версии следствия, в январе этого года мужчина засунул руку в штаны 11-летней девочки и трогал ее за половые органы. А летом, сидя на диване 6-летней в своей квартире, одной рукой обнял ее, а вторую запустил, вы поняли куда. Сейчас Золин находится под стражей. По статье 132, часть 4, пункт УК РФ, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, ему грозит до 20 лет тюрьмы.